Привет! В данном ролике рассмотрим точечный гель для лица против несовершенств кожи от бренда Unique. В незапечатанной картонной упаковке тюбик из довольно мягкого пластика объемом 20 мл. Сертифицированный cruelty-free и веган продукт на 99% состоит из ингредиентов натурального происхождения и предназначен для проблемной кожи. Составляющие средства должны укреплять ее защитный барьер, увлажнять, отшелушивать, поддерживать процессы восстановления эпидермиса, успокаивать и снимать раздражение. Гель не требует смывания, и проблемные области можно обрабатывать несколько раз в день. В формуле продукта особо интересны эктоин, лактобионовая кислота и глюконолактон. Также в составе глицерин, экстракт зеленого мандарина и иные компоненты. Бесцветный, полупрозрачный, густой гель с легким и нестойким, скорее фруктовым ароматом. Чуть вязкий до момента впитывания, на коже подтаивал, хорошо распределялся, быстро впитывался и ощущение липкости проходило. Продукт воздействовал мягко, без пощипывания и без стягивания кожи. Слегка подсушивал покраснения, ускоряя их заживление, предотвращая появление высыпаний. Расход средства был минимальным. Спасибо за внимание и пока-пока!